Марка Ford выкатила батарейную версию своего транзита, которую легко распознать по особенной решетке. Продажи на рынках Европы и Америки стартуют только через полтора года, но подробности уже раскрыты. Всего фордовцы готовят 25 модификаций, которые будут отличаться высотой крыши, длиной базы и так далее. К слову, аккумулятор, расположенный под полом, никак не повлиял ни на объем кузова, ни на грузовые способности. Если говорить точнее, то бортовая версия сможет увести до 2 тонн груза. Притом, в отличие от дизельной машины, к электрической можно подключать рабочий инструмент, скажем, перфоратор или болгарку. А еще аккумуляторный транзит удивляет характеристиками. Крутящий момент передается на задние колеса, которые подвешены на полностью новой, независимой многорычажке. На одном заряде батареи 9-кубовый фургон готов отмахать до 350 километров. От обычной розетки восполнить запасы энергии получится примерно за 8 часов, а наличие специальной станции сократит процесс до получаса. На всю электрическую часть Ford даст 8-летнюю гарантию. Впрочем, нам электрический Ford Transit точно не светит. Молодая марка Rivian на российский рынок тоже высадится разве что с инопланетянами. А вот поставки машин американским клиентам назначены на июнь следующего года. Первым будет пикап Rivian R1T. В августе компании ему составят родственный внедорожник R1S. Среди прочих стартапов этот выделяется серьезностью подхода. Для выпуска обеих моделей компанией выкуплен бывший завод Mitsubishi, а к партнерству привлечены весьма именитые сообщники. С 23 ноября заокеанской публике предложат оформлять заказы. Цена – около 70 тысяч долларов. Притом пятидверный универсал стоит ожидаемо дороже четырехдверного пикапа. Хотя по новой моде первый тираж окажется дороже, но удивит богатым оснащением. Все варианты поначалу получат тяговую батарею на 135 кВт-часов. Ее заряда должно хватить на 480 км. Затем компания освоит установку более емких аккумуляторов, а в финале эпопеи появятся самые скромные исполнения.